друзья, наш марш начался. Несмотря на все противодействие, закрытие станций, отключение от нормальной работы электричек с пригородов Киева, люди в огромном количестве собрались, и мы все вместе идем на Михайловскую площадь. Пожалуйста, передайте всем, кто не мог приехать из-за этой блокировки, что мы собираемся на Михайловской площади. Сейчас идем по Владимирской. Очень сильно глушат интернет, поэтому, если получится, я покажу, какое количество людей у нас сегодня собралось. Если отключится, то, пожалуйста, приходите на Михайловскую, мы там все вместе встречаемся. Это вот середина колонны. Вот, и большая частина уже пошла до Михайловской площади по Володимирской. Дуже багато людей з Києва, з Київської області. Ми домовилися, що тут нема будь-яких політичних прапорів, щоб це, підчеркує, що це вимога всіх опозиційних сил. І зараз ми намагаємося всіх об'єднати цими гаслами. Відставка – це перша вимога, перезагрузка всіх.